очень хочу танцевать, как Марина Масальцева. У нее очень хорошие стопы, она очень делает уверенно, улыбается, с манеркой. Алена Рускова старательно повторяет движения за своими кумирами. Ведь чтобы танцевать вместе с ними в основном составе, ей нужно много и упорно тренироваться. Тем временем старшая группа коллектива «Веселуха» продолжает поднимать планку. В кармане у девочек дипломы победителей международного фестиваля. Эти любительские кадры для танцовщиц теперь на вес золота. Память об их триумфе в столице. Оценивали мастерство кемеровских народниц, корифеи отечественной и зарубежной хореографии, среди которых солисты ведущих мировых театров. Девчонки настолько впечатлили жюри, что не только увезли с собой целую охапку дипломов и кубков, но и получили предложение провести мастер-класс в престижных хореографических школах. Вот это, пожалуй, главная награда и похвала для руководителя ансамбля Инги Ефремовой. Многое зависит от того, как начинаешь с малышами работать изначально. То есть вот уже в этот состав очень трудно будет кому-то влиться, потому что они уже очень хорошая команда. Они очень хорошо подготовились, они выдержали все. У девчонок, словно у олимпийской сборной по танцам, расписан каждый час. Им постоянно нужно держать себя в отличной форме. Поэтому юные танцовщицы разминались и репетировали даже в фойе, прямо перед своим звездным выступлением. А по возвращению в Кемерово не стали долго отдыхать. Побежали в хореографический класс школы искусств номер 46, чтобы снова и снова отрабатывать сложные элементы. Иногда эмоции не можешь как бы рассказать кому-то о них или... Ну, как-то выразить их по-другому, а когда танцуешь, ну, как-то оно выплескивается, когда потом оттанцевал, тебе легче становится даже. Вероника вновь и вновь повторяет свой сольный итальянский танец. Именно он принес ей первое место на международном фестивале в Москве. Она уже точно знает, что продолжит танцевать, будет поступать на хореографическое отделение. Правда, в какой вуз еще не определилась. Ведь после выступления в столице кемеровских танцовщиц уже пригласили в ведущие учебные заведения страны. Полина Егошина, Антон Скомаровский. Новости моего города.